Амазония – этнокультура комплекса, да-да, ясна, эка я в строительстве. Валли, Россия, туризм агентстве, ну, моих полмастер, шерзагру на миллион тенге уверна. Чувашин правительственный председатель Иван Моторин, строительство объекта занящийся, галичен мэнду на нех акпаджа. Амазония этнокультура комплекса Шубашкара пилюхшы жыл паркра вырначна. Кунда юрадаганзин картлашкине да кюлюдуна. Халя кану комплексын строительстве бурать. Аквапарк, хынажурджы, тухья комплекс тума документсым гадырлеще. Этнокультура комплексын жи инженерия объектжы зыне туза бедернебе перей. Электричество гыртме паралуктасна, юбазем лартна. Паркра пилик трансформатор вырначтарна. Шубаш алгым жумура юхса гаймалы тыдыма даваще. Инженери тыдымне туза бедерне анчахтавыл эшлезе гаймайс. Сакас Параган, инвестор да подрядчик организации зем, Ергель Уидовизанет от Сабараймащемень. Паянгигунде уйдузем пур подрядчик сембе шегензе инвестор хушинде подрядчик сембзем шезени есть брать паянгигун менделюкша бер хамрдан уизабан дорхран вот шамбада шав седьмельных онлайн маны зембур взем хушинде ну шабахта паяне бер шав уйдузени сусея в ромор онлайн ну тупромор переберем хушинде и калашан шак у их сенде сентябрь у их чедезумен Сяк уйдузене тацабама хадыре бірбурде. Тацабаман уйдузем тада дабур. Ясна эко яла илзе гереген вишер метрлы шулжыби бажыргандарадь. Онын подрядчиги чыважавта дур булна. Волбан круда духныран шула дуза бадермень. Он зурбушне шерзани федерация пурлыгинчень муниципалитета кужарас идывада виже жул тацабараще. Республикари культуры министрин тивежезене вогатлых пурнышлаган Константин Яковлев уйдыва шагернере тацабарат пырдеря. Куевыл документа хадырлемелли ше шулна. Хале эко ялда виже хана шурджадуна. Тебер вишешне шидес вогатра дуза бадереш. Кунда музей, сипля обачимись центр недедович. Строительство жезем вишленьмин пулинде туристем эко ялба паллашма гелеще. Шак проект сыне пурнача гертни шалды тада тулашри туризма адаландарма булыжи. Шане еш вырыни земде иргеленеч. Республика Галарам Вали Елизавета Зайцева, Татьяна Молокова, Сергей Адушкин.